по работам. То, что вчера было, да, вот инцидент в Абу-Даби, когда Ислам только выиграл пояс, это вообще никак не смотрелось. Ни нас, как Аммату, ни Абу-Бакра, ни Хамзата, ни Ислам, ни одного человека. И на самом деле уже наелись от этого. И в интернет весь кишит, столько людей пишут, звонят. Даже вот Исламов пояс исторический пишут, звонят. Даже вот Исламов пояс исторические события даже закинули на второй план. Мы уже собрались с братьями, пообщались, изменились друг друга, обнялись. И иншаллах, надеюсь, что в дальнейшем мы будем собираться только в хороших поэтах. Это было, что сегодня Ислам выиграл, да, пояс, иншаллах. Следующий очень близок Хамзат, да, чтобы мы все собрались. Вот так собрались обмыть нашего чемпиона, еще один, который станет, иншаллах. Пусть он всем поможет. Надеюсь, что вот этот этот момент, который получился, что он больше никогда, иншаллах, не повторится. Вам не хочу, чтобы две хорошие вещи не говорили, иншаллах, не братья. И будем до конца. Иншаллах. Ахмад Сибаба. Ахмад! Будем до конца. Иншаллах. Ахмад Сибаба. Ахмад! Сибаба!